Мама, невозможно двумя словами описать то, какие чувства мы испытываем, произнося это слово. Ведь мама – это самый главный человек в жизни каждого из нас. Именно она с самого рождения рядом с нами, учит нас быть ответственными, честными и добрыми людьми. Только она поддержит и защитит в трудную минуту. В территориальном центре социального обслуживания населения в преддверии праздника было организовано мероприятие, на котором люди с особенностями развития от 18 лет и до пенсионного возраста могли сделать красивые открытки и поздравить своих мам. Мама всегда – это тепло, добро, радость. И у каждого человека, даже если он уже взрослый, всегда самые теплые, добрые воспоминания и, конечно же, любовь к маме. Мы решили с ребятами сделать поделки своими руками в виде открыток из природного материала, чтобы поздравить своих мам с самыми теплыми, радостными пожеланиями. Мы их вручим. Решили сделать к Дню матери вот такие красивые открыточки, как вы видите, сами, при помощи наших преподавателей. Красоту! Вот. И такие поделочки мы делаем постоянно. Не обязательно к Дню матери, а на любой день. А во втором корпусе Брестского территориального центра была организована своя культурная программа. Здесь слушатели института третьего возраста провели большой танцевальный праздник, приуроченный к празднованию Дня матери. Начало получилось очень интересным. Была представлена театральная постановка, которая заинтересовала всех присутствующих, подарила им праздничное настроение. Сегодня наши слушатели института третьего возраста проводят большой праздник. Сегодня у нас на каждом окошечке, как будто бы заглянув за его занавесочку, мы увидим историю чьей-то мамы. Наши слушатели с большим трепетом относятся к маме и поэтому хотят каждое продемонстрировать ее лучшие достижения, ее лучшие качества, чтобы другой позавидовал, какая же щедрая и любящая была у меня мама. На празднике присутствовали две многодетные мамы, которые получили награды от территориального центра. Мамочек торжественно поздравили с наступающим праздником и пожелали мира и семейного благополучия. Участники творческого коллектива «Веселка» представили свою танцевальную программу. У нас очень многие есть факультативы, занятия, а вот у нас такой очень большой коллектив танцевальный. Но мы не только танцуем танцы, у нас многие люди поют и читают стихи, занимаются разным творчеством, и мы определили, что у нас творческий коллектив «Веселка», потому что мы все веселые, гарные женщины. Важной частью праздника стал мастер-класс по обучению танцам, в котором все приняли участие. Мероприятие получилось ярким и веселым. Атмосфера, царившая в зале, подарила каждому заряд бодрости и позитива. Наталья Хомич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости БукТВ.